Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Не знал, что у нее и парень есть. И все же, заколоть жениха и сбежать? Жестко, мне этого не понять. И как фоновому персонажу, мне придется шататься по городу и искать нового покровителя. Нет, затея так себе. Я ж так уличным пикапером стану. Постойте-ка. Моя текущая цель — не вести себя как фоновый персонаж. Таинственное сражение за кулисами великолепного турнира. Вот оно как. Решено! Правда? Моя разведка приносит свои плоды! Так что, Сид, будь добр поддержать доблестную победу своим взносом! А... чего? Знаешь каких-нибудь эльфов? Ну, дружу с парочкой, да. Я разыскиваю эльфа. Ясно. Красивая такая девушка. Круто. Что, осознал свой упущенный золотой миг? Слабак с уровнем силы в 17 пунктов. Унизить меня вздумал? Я урою тебя! Узри же мою силу! Вот о чем ты подумаешь после смерти. Его уровень силы составляет 4330. Смертельный удар демонического бога! Клинок золотого дракона! Победил Фониус Персон! Ну так что? Что Фониус-то сейчас сделал? Если не ошибаюсь, он чихнул. Чё? Фониус чихнул и случайно направил меч в сторону небитого. В итоге Голди напоролся на его меч. Стечение обстоятельств. Да ну чушь же какая-то! Как какой-то чех мог победить дракона? Смогу ли я однажды двигаться так же, как и он? Мой ненаглядный дружище, Джага Имо. Как ты там? Прошу, выдай мне деньжат. Ну а я занят инвестициями в будущее, так что дай мне денег. Поэтому мне нужны деньги-то побольше. Нетушки! Я видела каждое твое движение. Даже не думай победить меня так же, как и остальных. И что тебя рассмешило? Да вот так-то! Позволь мне предупредить тебя. Чего? Это цепи, что сковывают меня. Игры кончились. Не думай, что победишь! Ты еще увидишь! Не только ты можешь сделать так! А что она вообще пыталась сделать? Приведем ее и 10 лямов наши! А за информацию о ней можно 500 тысяч срубить! Идем, поймаем ее! Зачем? Потому что я разорен! А я-то думал, ты наваришься на ставках. Заткнись, просто заткнись! И раз уж я разорен, то не буду вдаваться в детали! Но суть в том, что денег все, нет! А значит, мне внезапно понадобились еще деньги! Но откуда лунной сонате взяться в этом мире? Может, и правда, не только я здесь переродился? Тоби пизда! О, это красивое платье, прикрывающее облепленные слизью грудь и ноги. Будучи пианисткой и композитором, я стараюсь налаживать связи с влиятельными людьми. Композитор, говоришь? Да. Лунная соната, турецкий марш, минутный вальс. Они снискали популярность у знати, а еще меня наградили в столице. Правда, что ли? Она берет награды за плагиат? Ни стыда, ни совести у человека. Ключи, карты, коды — все это утеряно уже очень давно. А потому теперь это просто огромный лабиринт. И зачем тогда мы туда идем? Чтобы от тебя избавиться проще было. Шутка.
Но ты же только что сказала, что это лабиринт. С чего ты взяла, что мы сможем отсюда выбраться? Нам ведь просто нужно будет вернуться тем же путем. Не могла бы ты не втягивать людей в свои бессмысленные затеи? Если что-то не устраивает, то я тебя не держу. Нянькаться с детьми — это часть работы, Бета. Hello?